Анипунька похудела здесь, а то прям такая была, бока такие были пухлые. Нечего жирнеть, заплывать тут жиром. Ну, иди домой, эта козочка, давай, 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 иди. Давай. Вот так, вот так, вот так, вот так. Видишь, как быстро сразу скорость включилась. Здесь у меня остались еще просто эти ликбары с маранами. Ну, потому что мы, ребята, должны прочистить их старые места. Вот. И кормушки поилки, я говорила, прям большая проблема. Заказать нужно. Ну и вот про куртки. Я не могу в этой ерунде ходить. Она вся неудобна здесь. Какая-то здесь мне все. Здесь мне не так. Здесь она длинная такая. Вообще все не так. Да, думала, есть курточка хорошая, вроде прилично выглядит, а нет. Но вот неудобно. Я не могу в ней ходить. Мне уже хочется ее скинуть вообще. Безобразие. Вот, тем более бантики мои тут развязались, но на узлы завязались. Это я буду каждый раз отрывать. Ой, ну что делать? Пока сниму, пока здесь буду. Помылку доить и няху буду доить. А сейчас, ну, зерна всем дала уже, все. Дала, забрала только у этих вон. Стоят сейчас ведра. Так, и нужно постричь, опять подстригать копыта моим, которые недавно родившие. Ну, в последнюю очередь родившие. Так, давайте. Так, давай. Давай, молодец. Чпок. Так. Давай. Не привязала, может, так постоит. Ну, эти копытки легкие такие. Что-то отрастила ты передние. А? Что так отрастила-то? Нет, нет, не дергайся.
Облазим вот так. Рос, и мне неудобно, и тебе плохо, я знаю. Ой, блин, у этих же там зерно еще стоит. Дерутся. Что-то... Ой. Задние такие легенькие, а передние прям. Все, немножко. Раз. Немножко, молодец, ты умница. Все прям, вот тут кончик мне не нравится. Все, молодец, уходим. Да. Ага, у вас тут уже в некоторых ведрах кончилось, поэтому у вас тут беготня какая-то началась. Да? Все, давай. Все. Все. Нет, Заюк. Нет, вы и так помногу едите. Все.
Я пол кормушки здесь, давай ешь, доедай. Кормушки. Давай, Аля, не буду тебя класть. Здесь сейчас будем жарить вкусняшку. Это перепелиный жирок. И мы собирали сердечки, желудочки. Сегодня у нас будет вкусняшка. Сейчас что лук сюда добавлю. Я сказала, нет, я уже их прокипятила. Всю грязь вот эту слила. Собакам суп. Собаки так любят вот эту воду. Теперь они пока будут тушиться. Потом подолью водички. Не знаю, буду потом снимать или нет. Вот. Пока они будут так обжариваться, закрою крышкой, а потом буду тушить. Темно все кажется, такого черного, серого цвета. Угол темный здесь. Смотрите, собираемся ужинать уже. Не хотела снимать, что здесь каждую эту минуту снимать. Посмотрите, как красиво на тарелочке. А это еще очень вкусно. Очень. Я прям вот обожаем мы все вот эти внутренности, сердечки, желудочки. Обязательно собираю так прям, чтобы на хорошую порцию нам вкуснятинка. Ото всех собираю. От перепелок, от кур, от индюков. Это вкуснятинка.